Здравствуйте всем. Мы с вами продолжаем Resident Evil 4 Remake. И давайте посмотрим, на чем же мы остановились. Продолжить. Здравствуйте. А у нас 12 глава. Бывший наставник Джек Краузер участвовал в похищении Эшли. Что ж, прощай. Дон Кихот. Эх. В чатик F, конечно же. Ключ Луис. Ты поплатишься, Краузер. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Ни черта у нас нет. Ага. Надо нам выбраться. У нас была жесткая битва на ножах. Пошли. Устроим ему потом поминки. Леон, времени мало. Слушай внимательно. Слушай. Твоя подруга на вершине часовой башни. Угу. Поспеши, иначе она станет такой же, как и они. А, у тебя все-таки есть сердце. Мне надо сказать спасибо. Да, надо. Спасибо, Адочка. Часовая башня. Ага. Спасибо, мамаша. Да. Замок-то не маленький. Так-то по-хорошему, да? Угу. Окей, открыли на всякий случай. Так, задание. А этот гнусный Рамон Салазар, я смотрю на его физиономию и оторопь берет. Я прошу об услуге, нужно найти способ изуродовать его портрет в комнате, которая изображена на этой фотографии. Как именно, даже не знаю. Можно, например, ударить чем-нибудь? Окей. Да, в наушниках. А, помогите мне вернуть самоцвет, украденный наглой вороной. Бьюсь об заклад, он сейчас лежит у нее в гнезде. Это, впрочем, фамильная драгоценность нашего владыки. Нечего валяться в гнезде, глупой птицы. Это во дворе у нас задание. А предыдущие. А, так, двор, я просто смотрю фотографию. Ну, это какой-нибудь тронный зал, скорее всего. А мы были с вами в тронном зале? Я не помню. А, у нас тут еще. Да, мы, по-моему, были. Но портрет я не знаю где. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Че, серьезно? Привет. Здрасте, здрасте. Что могу предложить? Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Я у него была ж недавно, я даже не знаю. Как хочешь, чужак. Да погнали. Прокатимся. С ветерком прокатимся. А вот и часовая башня. Эшли, держись. Ставь лайк, если любишь вагонетки. Так, окей. Ну еще у меня на восьмерочку ППшка. Которую я купила обратно. Так, травушка-муравушка. Окей. Я ее назначила на четверку. Поближе, так скажем. Ну, пошли.
Ух ты, это какая-то статуя? Какое же завидное упорство, мистер Кеннеди. Да. Однако, боюсь, твой путь завершен. Сколько раз ты мне уже об этом говорил? Прогнать нарушителя. Где мой супер дробаш? Допустим. А еще кто-то наверху был, да? На. Ты откуда? Ага. Понятно. Так, лут. Так, пошел вон. Так, сокровище. Золотой слиток. Нормально. Сучара. Сучоныш. Это статуя Салазара, что ли? Господи, блядь. Чё? Нихера себе, папаша. Это была внезапность. Как-нибудь уничтожить, скорее всего, да? Я посмотрю, как... Ага. Есть небольшой промежуток. Блять! Надо быть готовым. А теперь с этой стороны, папаша. Блять! Нет! Надо было просмотреть внимательнее. То меня поджарили, как шашлындос. Сука, почему все с самого начала, блять? Похлопай себя по жопе, черт. Господи, надо усилить дробаш. Это вообще не дело. Дядя. Бля, ты не умер? Во что я? Я в стенку, что ли, луплю? Какой кошмар? Конечно, блядь. Я слышу. Так.
Поставлю-ка я прицел туда. О, сеньор. Ну давай. С дороги. Так, еще будет жестко. Чё? Я не сдохла? А как? А в смысле я не сдохла? Это псина. Мимо. Yes. Два патрона он тратит. Блин. Сука, ну я чуть-чуть не успела. Почему эта мразь там стояла? Ублюдок, блядь. Какое говно, блядь. Самое начало уже косяки. Это что? Это пиздец. Я сдох сразу, слава богу. Доели мне. Так, запустим. А в смысле, блядь? А мне на четверку этот. Я забыла. Бамбузил. Как ты такой бамбузил? Ты не прихуел? Дядя, топором мне там пирашит. Готов. О, нормально. Тварь. Там больше никого же нет. Я надеюсь на это.
все равно, блин, поджарили меня. Поджарили меня. Пожалуйста, нужно сохранение. Блять. Вы жесткие. Сколько тебе надо в голову патронов? Нету фарк. Ну-ка. Катсцена, зашибись. Куда она едет? Блять! Он типа вниз, да? Где проходит якобы. Блять! Сука! Откуда мне было знать, что там две эти штуки было? Пожалуйста, не заново. Пожалуйста, не заново. Там как сцена была небольшая, да? Ага. Как часто не катится? Так, там я сбоку спрячусь. Фух. Как минимум их раздавило. Блять. Натя, скотина. Опа. Чё, нравится? Нравится? Ну так. Блять, я не хотела, там же был лут, блять. Там же был лут. Бля, там были патроны, я их проебала. Вы представляете? Надо.
Ну что-то еще кидать, блядь. Я не попадаю! Еще. Я не попадаю. Сеньор помидор. Не. Ничего себе, малышка. Хватит на меня прыгать. Молодец. Блин, я профукала внизу лут. Что поделать? Это обидно. И куда мне предлагается прыгнуть? Так, сюда. Ну да. Тут лифт с чужим я никогда не забуду. Готов. Ах ты, сука! Еще и попал мне, прикол. Это прикол. Ладно, пойдем пешочком. Немножко не выдержала. Побежала. А что это вы такое? А, тут наблюдать можно. Я думала, тут спрыгну, типа. Эшли. Да-да-да. Вот скотина. Готов. До свидания, мальчишки. Все, в этот раз аккуратно тут. Честная пионерская, поверь мне. Фух. Кто там? Опа, брат. И ты тут? Что это? О, еще заначка. Ну,
звоночку мы любим. Как он все ноги не отбивает, этот вопрос. Так. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Драгоценности не пригодятся. Спасибо. Такс. Я хотела что улучшить? Гарантирую, эти деньги. Так, надо починить. По-моему, отлично получилось. Держи, попробуй. Такой выполни оставшиеся просьбы. Так. Спы, прежде чем... ...чем идти дальше. Иначе придется гадать, как все могло бы обернуться. Ну, не выполнил, он не выполнил, ничего страшного. Итак, девушка у тебя. Все, как я и обещал. Скажи владыке, чтобы не забывал о верности своего слуги Рамона. Эшли! Найс. Сейчас будет битва с Рамоном? Мистер Кеннеди, владыка Седлер одарил тебя своей милостью. Много болтаешь. Но ты так и не... Ты грубая, бескультурная... Шавка. Да, он просто так умер. Угу, дверим. Ля, как усмы. Силу, что даровал мне мой владыка. Силу Бога. Все готово к финальному акту. Ох, какой мерзкий. Еще и блюет. Пьеса не для меня. Так покажи мне, какой должна быть пьеса на собственном примере. Вылезай. Ой, фу, тут был бы. Где у него? Да. Именно. Так. Ой,
Следите за языком, Милорд. Что подумают зрители? Тебя ждет смерть! Долгая мучителя! Мелкий, яркий, чужой балан! Ты зря появился на свет! Дьявольское отродье! И я отправлю тебя! Да иди сюда, сыкуха. Чего? Это было внезапно. У меня еще есть лечебный спрей, кстати. Вот это музыка. Как? Нормально на тебя смотрю. Так, использую ПП-шку. Да нифига ты какой. Я под укрытием. Когда он сдохнет уже? Заткнулся. Да, следующий подарок. Как ты мне надоел, блядь. Боль, смерть. Нормальная дверь открылась. О. Румяна. На. Эшли, надо спешить. Надо. Вот.
Имя травушку. Да ё-моё. Угу. Не, боссы тут реально какие-то язычные. Если честно. Финальный босс Краузер скорее будет, либо этот владыка Сэндлер, я не знаю. Наверное, Сэндлер. Мне так кажется. Ну, это... средний просто уровень. Краузер. Крыса. Куда ты ее везешь? Где мы? Ага, где мы? Эта стена выглядит так, как будто ее можно разрушить. Если честно. А, записка экономики. Я подвела вас, милорд. Я не сумела исполнить вашу последнюю волю, беречь мальчика от греховного пути. Я замечала, что еще в раннем детстве господин Рамон проявлял свою злую натуру. Узнав, что одна из служанок дала ему шутливое прозвище «Мальчик с пальчик», Рамон позвал ее в свой покой, приказал ей встать на колени и вынул из кармана флакон с серной кислотой и плеснул бедняге в лицо. Юный господин с удовольствием глядел, как слезает кожа с лица бьющейся в муках служанки. Его кривая хмылка даже спустя столько лет снится мне в кошмарах. С годами натура мальчика проявлялась все сильнее, и вскоре эта дьявольская секта поняла, что может завладеть его бедным сердцем. Проклятые негодяи! Они обманули господина Рамона и превратили его в свою марионетку. Но что еще хуже, они выпустили Лас Плагас, который род Салазаров так стремился удержать в заточении. Владыка Диего, смею заверить вас, что я буду беречь господина Рамона до последней минуты жизни. Какая бы судьба ни постигла нас, я служу роду Салазаров со дня моего рождения. Я выполню свой долг, пусть мне и нет прощения. Долг свой не выплатил. Кек. Кек. Да? Супер. Все-таки не вплавь. Супер. Все-таки не вплавь. Погнали. Черт. Что ты ищешь? Давай сюда. Глава завершена. Четыре смерти. Это все из-за этого огненного мальчика. Быстро, кстати, глава. 35 минут. Быстрая, быстрая. Хочешь мне что-то сказать, да? Хочу спросить. Как ты выжила? Но вряд ли получу прямой ответ. Ракун-Сити. После катастрофы мир стал другим. Хочешь спасти одну душу, гибнет сотни. И я стал другим. Ты? Леон Скотт Кеннеди? Ты все такой же. Тебе только кажется. Ну, он красавчик вообще. Тогда скажи мне,
Ты другая, Ада? Или опять используешь меня? Сам как думаешь? Мы на месте. Думать вредно, Леон. До встречи. Думать вредно. Вот так всегда. Угу. Тринадцатая глава у нас. Ничего себе! Эшли. Вот ты где. Нормальная у него база. Эшли. От души, так скажем. Назад уже был геймплей во второй части. Это можно как-то уничтожить? Эти турели. Ты понимаешь, что их можно обезвредить? Типа-то... Опа. Тебе понравится. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Киллер 7. Ракетниц. О, ракетниц уже пришли. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Готов купить почти все. Спасибо. Здоровья. Много, конечно, тайных сокровищ мы не открыли, но, собственно, ладно. Тебе жизнь. Чё, ракетница? Чем доброго пути. Привет. А чё ракетницу? Мы любишь собирать всякий мусор, да, чужак? Да. Приходи в любое время. Места для ракетницы у меня, наверное, и нет. Ракетница достаточно много места занимает. Привет. Придешь, когда освободишь место. Я продать. Да. Че поменяем? Она влезет. Привет. Не мне судить, конечно, но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных условиях. Оставим на босса. Можем улучшить. Надо броник починить. Забирай. Удивлен, да? Доброго пути. Доброго, доброго. Дядя. Супер.
Ну и как мне это прочитать? Стертая эпитафия в пещере. Воинственный безумец изгнал на острова Вяло. Деревья засохли, и мы ждем, расплачиваясь за грехи. Этот одинокий остров стал нашим чистилищем. Ну не отчаивайтесь, братья и сестры, наше время придет. Эстер Сэндлер. Там еще какое-то сокровище, типа. Я даже не вижу. Может, наверху? В смысле, в прямом смысле наверху. Ладно. Далее дальше. Для сна пойму костям нет. О, кабанчик. Извините, меня заметили, походу. Печаль. Один есть. Нифига меня атакуют, это капстец. Тут реально просто военная база какая-то. Бля, кабан за мной идет. Блять. Вот этот, конечно, блокпост очень жесткий, прям писос какой жесткий. В смысле, я не чувствовала сложности? Еще как чувствовала. Блин, жалко, нас напомнили. Ничего страшного. Я готова. Морально. Буду обороняться. Корре!
Блять, папаша. Он стоит сзади и ждет. Ну ты свинья, блять. Ой, блядь. Сука. Прости. Я думала, ты уже сполз. А ты там как долбоёб стоишь. Блядь, извини. Теперь ты за мной пошел, да? Спасибо. Это такой гад просто. Блять, какая мразь это сделала. Да сука, у меня был шанс, блять, его уничтожить, какого хуя? Это все стрела в жопу виновата, блядь. Сука, какая падла стреляет? Иди нахуй. Сдох, заебись. Арбалет убрал. Так где, блядь? Враги кончились. Так. А что, я не могу тут подняться? Кринж. Опять все на них потратила. Последнюю копейку. Хотя бы так. Понимаю тебя. Так. Пошли. Ты в Слипкноте, блядь, что ли, играешь? Музыкант, что ли? Класс. С дороги. Но он еще из жижи хочет стрелять в меня, да? Пасть раскрывай.
наконец-то. Мне и так без патронов оставили. А дальше больше без патронов. Это что такое вообще? Ужас. Нихуя там? Блять, опять какая-то сучара выползла. Удиви меня. Да. Мразь. Продули, блядь. Схавал? Схавал! Патрон для дробаша, чтобы, что ли, дали бы. Заебись. Плохо дело. Черт. Пизда мне, блядь. Не используй свой арсенал по полной, блядь. Если я ракетницу использую, блядь. Ублюдок. Мне патронов нет. Что мне делать? У меня патронов нет. Это желтая трава есть. Угу. Последние патроны были. Все, у меня все по нулям, кроме пекаля. Это, не помню, 13-я, по-моему.
Лол. Нормально так под себя, да? Там их должно быть разорвать вообще. По-хорошему. Блять. Лутаем ППшками. Немножко ППшки. Да. Нечего сказать. Опять же, могу опять только для ППХ сделать патроны. Эшли держит тут? Так, минус базука. Вот тут хорошо. Я тебя в жопу настреляю. Черт не пошел. Так. Я слышу пиздючила, где он? Я не вижу. Это... КПшечка. Сейчас я на финальном боссе просто приду ни с чем. У меня есть ракетница для сержанта моего любимого. Интересно, он умрет от одной ракетницы? Заперто. Заперто. Опа. Погнали наверх. Блять. Иди сюда.
Патроны есть? Если найду. А если найду, Патрики? Спасибо. Хоть что-то. О, для дробовика. Вы меня прям радуете, спасибо. Там было, кстати, сохранение? Да. Угу. Ну, открывай. Это катсцена. Эшли! Эшли! Эшли, очнись! Черт! Держись. Спасите Эшли! Спасите Эшли! Сейчас мы ее спасем. Мне не жалко для себя ничего. Что для тебя, пупсик? Мой бархатистый самоцвет. Конечно. Конечно! Ничего другого не ожидалось. Заперто. Ничего нового. Вот. Заряжу свой пистолет. Ты что, она попала в передрягу? Мне бывает. Не превратишься, сучка. Гранатка. Еще гранатка. Китчен. Рабаш, возьму. Всех идут заначки. Тебе хорошо? Вкусный хлебушек получился. Посмотри, наверняка что-то понравится. Привет. О, что покупаем? Я хочу продать
готов купить почти все. Не использую его. О, я щедро заплачу тебе за это. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Готов купить. Спасибо. Регулярный уход и забота. Без этого никак. Попробуй-ка это. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Да. Запасаешься, пока можешь? Разумно. Этот товар у меня есть не... Итак, доб... Супер. Правопути. Угу. Так. Очень много материала. Так, сейчас мы сделаем еще так. Уже будет места мало. Порох бы, если бы он продавал, конечно, это было бы великолепно. Да ё-моё. Допустим. Так и сохранилось. Да, это жестко. Морозильник. Угу. Напоминает мне первую часть, где там нужно, тоже было 3 уровня пропуска. Так... Блять. Тут не чужой, тут другая какая-то хуетень, блять. И мне туда надо, походу, да? Я ж пересру сейчас нахер. Где он спрятался? А, записка из лаборатории. Дежурный патологоанатом Эрнесто Муньос Рейс. Начальник отдела одобрил вашу заявку на получение ключ-карты. А, принесите вашу ключ-карту. Разойдись, свинопасы, или господин ведьмак. Ничего себе, блядь! Вам таких пиздюлей отвесит, вовек не забудете. Ля какая, Эшли 3. Эшли 3, да, спасибо большое за донатик, Алекс. Это так внезапно было, аж так приятно. Спасибо большое. Спасибо большое. За вашу большущую поддержку. Так, а давайте посмотрим. Ключ-карта. Секционный. Исследуйте инструкции на следующей странице. Морозильник и инкубационная лаборатория. Ну, удиви меня. Ага. Так.
Это нам прямо направо. Ты сейчас выскочит, я обосрусь. Ага, поняла тебя. Угу. Так. Давайте подумаем логически. Ага. О, господи, как я обожаю резиденты. Все вот это. Так. Вот, уже пошла полосочка. Вот так. Один пауэр, хорошо. Угу. Ну, это правильно. Вот. Угу. Давай, открывай. Че, бля? Как это называется? Садомаза? Это же меня... Фу! Он сейчас оживет и прыгнет на меня. Не надо, дядя. Пожалуйста. А дверь зачем закрывать? Он дышит? Живой? В смысле? Ты дышишь? А кто дышит? Я не понимаю. Боже. Что за эксперименты они тут проводят? Кто там дышит, блин, мне на ушко. Я слышу. Анализ подопытного, регенератор. А мне наконец удалось создать новую форму жизни. Я называю ее регенератор. Она обладает невероятным метаболизмом. Пока в организме живет хотя бы один паразит, он будет регенерировать бесконечно. Изучив тело с помощью биосенсорного прицела, я могу подтвердить, что паразиты становятся своего рода органами носителя. Будто у него не одно сердце, а несколько. Мое новое творение является, по сути, бессмертным. Даже доктор Франкенштейн пожал бы мне руку в знак уважения. Так, решил рассказать о своем достижении одному из коллег. Этот напущенный придурок аж побелел. И тут же кинулся что-то строчить в блокноте. Мне подумалось, что он выразит свое восхищение. Но вместо этого наглец решил предупредить меня о потенциальной угрозе. Тупица. У меня все под контролем. Подопытный впал в буйство и сбежал из криокамеры. Выходит, я и правда тупица. Да, дядя. Тупица не то слово. Спасибо. Ключ карты первого уровня. Теперь нам... Блядь! Чё за залупа, блядская? Фу, блядь, толстяк! Где ты? Куда мне надо? Мне в морозильник же надо, господи.
Это что за Мишлен, блядь? Ты мальчик Мишлен. Короче, иди нахуй. Я тоже в Резидент играю. Надо включить свет. Блядь. Нихуя ты, блядь, баклажан. У нас не будет с тобой любви. Так, надо его убить, кукну, блядь. В смысле, он регенерирует, блядь. Ты прикинь, он регенерирует, сука. Я на него все патроны потратила. У меня еще есть. У меня только пистолет. Там вообще записка написано было, что типа нужен специальный прицел какой-то нужен будет. Кстати, да, из The Space у меня было. Так. А чё мне не хватает вот этих, да? Четыре. Может, вот эти? Сюда вообще энергия не попадает. Да. Так, ну у меня один. Не может зарядиться. Что мне делать? У меня тут точно так. Сзади монстр. Пускай сопит на ушко. Так. Ну, вот так вот я подключаю. Зато остальные не подключаются. Что делать? Загадка Джокера. Опять же, 4, и у меня не подключен вот. Я не могу вам показать.
Блин, почему 4 не подходит? Мне нужно 5. О! 5! Я не знаю, как я это сделала. А тут есть какой-нибудь лут? Куда? Где надо место, голубчик? Так. Хорошо. Поняла. Так. Тюрик. Нормально, ППшечка хорошая. И патрончики. Так, и все? В смысле, тут больше ничего? Для пистолета неплохо. То есть мою старую ППшку, в принципе, можно уже продать. Ну да, блядь. Конечно. Ебать, он ползает, сука! Дай пройти! Отлично. Так, почитаем, куда в следующий раз. Так, секционная, инкубационная лаборатория. Карта. Где инкубационная лаборатория? Угу. Это мне обратно надо идти? Я так понимаю. Ток. Сюда, да? Отъебись от меня! Чего их так много? Сюда. До свидания. Фух, я надеюсь, они не зайду сюда. Надеюсь, они тупые! Пожалуйста, скажи мне, что ты тупой. Блядь! Он не тупой! Может, он сюда не зайдет? Кто там внизу, блядь? Тут есть что-нибудь? Нормально. А что, эти дяди не пошли за мной, да? Что, страшно, да, заходить сюда? Вот правильно, там сидите. Папаши. Так, порох. ППшечка, моя ППшечка. Где у меня ППшечка? Теперь моя любимая на пятерке.
Бля. Опять эти мишлены там. Не спрашивайте, почему мишлен. Первая ассоциация. Конечно! Конечно! Знаю, резидент, и что обычно из таких колбочек выскакивают всякие ублюдки, они выскочат непременно. Они, сука, непременно выскочат, блядь. 100%. Эти гарантии, блядь, качество, низкие цены, просто гарантирую тебе. Я это знаю наперед, а как мне играть? Как мне с этим жить? Так, во время недавно аварийного отключения энергии один из подопытных вышел из криогенного стазиса и выбрался из емкости, в которой содержался, и сбежал. Подобному удалось усмирить спустя 20 часов. В результате 7 человек погибли, 19 ранены. Нам не удалось найти одно из тел и инструмент, который находится внутри него. Причиной трагического происшествия стали перебои в подаче энергии. Устаревшие генераторы не справляются с нашим напряженным графиком. Чтобы избежать подобной ситуации в дальнейшем, руководство следует прежде всего обращать внимание на нужды инженеров, а не научных сотрудников. Как он занимает место? 4, блядь! А что так много? Ну, допустим. Хорошо, я вот это использую. Это я перенесу. Что мне еще перенести? Паша. Смотри. Вот так. На любое оружие, использующее прицелы. Давай на ППшку поставим. Окей. Три сердца. Так. Терминал. Так. Нужен разводной ключ. Сука. И где мне искать этот разводной ключ? А если я так выстрелю? А, в нем-то и ключи есть, в этом челиксе. Блять, ебать! Все, отлично. Я прям угадала. Супер. Луфи, да, походу. О, блядь, не пугал. Не пойти вам нахуй. Лови подарочек. Давай, она-то была лишняя, да? До свидания.
Я не хочу быть на вашей вечеринке жизни. Блядь! Так, а. Мне насрать. До свидания. Ну это порешали. Надеюсь, мне обратно не придется идти. Пожалуйста. Спасибо. Чубрика максимально, конечно, стрёмная. Все, нашли Эшли. Эшли. Черт. Давай, Леон, у тебя есть лекарства. Ага. Нойс. Жить, жить. Жить. Все будет хорошо. Только не с тобой, Леон. Чик. Глава завершена. Смертное спасение. Одна смерть у нас была. Угу. Так. Так, мы сохранимся. У нас 14, 15, 16 главы. Я предлагаю начать их в следующий раз, то есть завтра, и их же закончить. У нас сегодня уже почти 2 часика. Завтра мы, я думаю, резик закончим. Поэтому спасибо, что были у меня на стриме сегодня. Люблю, целую, обнимаю. Вот, так что жду завтра вас примерно в это же время, плюс-минус. Оповещения на стримы проходят в телеграм-канале, в дискорде. Так что... Ходите, смотрите. Завтра у нас будет завершающий стрим по Резиденту. Я надеюсь. Все, так что прощаюсь со всеми. Всем пока-пока.